привет, дорогие телезрители, зрители нашего канала. С вами Андрей. И Александр. И сегодня мы будем проходить карту Synergy. Называется Syn Trails 4. И эта карта испытание. Короче, мы прилетаем на штурмовике комбайнском. Вот даже можно понаблюдать. Старый добрый Synergy. У меня просто вопрос возник такой. У тебя с сервером все нормально? А, не, все отлагало. У меня жесткий пинг. Что на экране происходит? У меня сейчас тупо стоит, значит, G-Man и все. У меня уже штурмовик прилетел, высаживаю. Жесть, чертовы лаги. Да это из-за Ника по-любому. Ладно, что это не за Ника? Да, у меня слишком оскорбляющий ник. О, все. Ну хотя бы бить можно, я не знаю. У меня пинг 440. Отлично. Надо это съездить на вышку ближайшую. Ладно, что? Нет, ходить, ну это жесть. Нет, ходить вообще не могу. Либо порты закрыты, либо я не знаю, что-то с сервером не то. Сейчас, секунду, может быть, какие-нибудь вкладки закрою там. Так. Вернулись. Как у тебя там? Нормально? Да, у меня все нормально, все установил. И оказывается, чертов торрент работал. И скачивал много... ладно. Это плохая шутка. Была бы. Ну ладно, пойдем. Я не знаю, что тут делать можно. Погнали тогда. Кстати, это мой труп лежит тут. Да, ты один разик сдох. Да, зашел в лётную яму. Я не знаю, как это еще можно назвать там. Реально какая-то жижа. Значит, это карта испытания. Так... Паркур. Паркур. Ты меня столкнул. Тут есть всякие логические задачи. Да, ну. Проходить нужно аккуратно, чтобы не сдохнуть случайным образом. Я помню, мы 10 раз переигрывали вот этот вот уровень из-за того, что мы часто падали вот так же, как и я. 12 кп оставил я у себя. Слишком я неаккуратный. Вот, ты все? Сбросил? Все, да. Ой! Сброс груз. Ну, я думал, я сейчас умру, а оказывается внизу вода, и на меня... Осторожно, как глыбы падают. Да ё-моё, чуть ли не упало. Всё. И ты как Спайдермен приземлил. О, тут джамп надо использовать. Первое испытание, тут нужно прыгать. Блин. Да по... О, не-не-не, я жду тебя. Я тебя жду. Я что-то не нажал на пробил. Протупил, да, есть такое. Ладно. Да, я пока на скальный... А, нет, уже возродился. Я думал, на скальный рисунок нарисовать какой-нибудь. Да, ладно, давай еще по очереди тогда. Нет, я первый. Так, стой. Сейчас. Давай, пошел. Я первый. Пошел, ты первый. Нет, я не первый. Он не победил? Жди. Не показывай мой ник, не показывай. Он слишком много вызывает негатива и оскорбления. В твой адрес может быть. Сейчас поменять ник. Не, я не хочу поменять ник, он все же... Все же чё, мой. Моя очередь. Да. Нелепая смерть. Нелепая смерть. Ай-яй-яй. Боль. Как еще можно это характеризовать? Боль, страдания, унижение и так далее. Ладно, давай, ты сейчас первый прыгаешь. Все, я возродился. Угу. Я уже по количеству возрождений самого Иисуса опередил. Чуть-чуть. Я понимаешь, вот тут не прыгаю, я обрываюсь и вниз прыгаю. Ну попробуй. О, сейчас моя очередь. Нет, моя очередь. Ну, это нас уже нормально. О, блётная яма, отлично. Да, каждый раз, когда мы проходим, то мы сохраняемся на том уровне, где мы закончили. Да, вот это второе испытание, тут нужно бить монтировку и проверять, куда идти. Я что-то помню, я раньше проходил все же такие, там наподобие таких карт. Проходили много раз. И поэтому... Тут мы уже любители. Полный вперед, а нет, полный. Все направо, направо, направо.
Пойму. А, вот. Все. А где лестница? А, вот она. Давай, короче, ты первый, потому что когда я рядом с тобой хожу, я почему-то начинаю либо лагать, либо ты отталкиваешь меня. Ну, и падаешь вниз. Ну, скорее всего, физика. Ну. Физика включена. Так, я упал, и я живой, удивительно. Я, походу, везунчик. Кстати, тут какая-то... А, нет, это чекпоинт. Ну, да, это решетка там, просто если прошел заранее, то можно туда вот... Быстренько вот сейчас. Сколько эмоций. Тут просто нужно быстренько проходить. Вот именно. И да ё-май! Чёртов я рак. Да я забываю про шифты, не знаю, приседать. Ладно, будь внизу, я сейчас пройду. Да ладно, я все же как настоящий... А сейчас я вниз спускаю, сейчас нажму на кнопочку. Ладно. Ну, ладно. Рак — это судьба, так что... Всё, дверь открыта. Мне придется это принять. Открыта дверь, погнали. Угу, так. Все, пошли. Так, это уже третий испытатель. Ну тут, в общем, я за штурвалом, а ты водолаз, ладно? Да. Да, значит, сейчас... Я буду капитаном. Как помнишь, за Спанч Боба, кто проживает на дне океана? Жесть, так. Губка Боб. Какие штаны? Не знаю, какие. Майнкрафтовские или как-то. О, музыка из Hi-Fi фирмы. Ну, в случае. Ладно. Ладно, давай. Значит, запомнил. Сначала сюда я пойду. Сюда. Ты это открываешь. Сюда было. Ты это открываешь, и вот это открываешь, и все. И я там был. Окей. Сейчас, подожди чуть-чуть. А, все нормально. Погнали. Так, открываю. Открыл? Открыл. Угу. Открыл. Открыл, отлично. А ты там вообще не может глотнуть воздуха? Ну, все вроде бы, да? Отлично. А, че, мне теперь умирать? О, блин, я не хочу играть в пилу. А, ладно. Мне придется принять это. Он мертв. Зато я в бассейне каком-то. Ладно. А, что это за колодец? Колодец смерти. Колодец смерти. Это мне напоминает, знаешь, из Mortal Kombat, там, не помню, когда фаталити делаешь или... Там можно сбросить кого-то чувака в колодец. Тут нужно быстренько по лесочкам. Тут все паркурить нужно. Алло, Саня. Саня. Да-да, я тут. Ты поставил на паузу? Нет. Сможешь это смонтировать там все? Ой, ё-моё. Чувак, давай быстрее. Паркур. Да, неудачный паркур. Подожди, это ты тоже вырежешь, да? Скажи, когда ты записываешь, я просто не знаю. Я полностью это записываю. А, ну окей, ну тогда вырежешь все моменты, чтоб не позор. Да ё-моё, чёртов я рак. Я уже забыл все навыки паркура, какие у меня были. Ладно, лучше так. Лучше так, чем никак. Правильно. Нужно сдыхать. Нужно... Жесть. Только хардкор, только сдыхать. Так, окей, что мне тут делать? Так, а тут нужно нажимать на кнопки и быстренько туда перебираться. А, погнали, я не буду наблюдать. Погнали. Давай, короче, я профессионал своего дела. Я профессионал своего дела, так что... так, вроде бы все. А, надо вот тут прыгнуть. А, все, самое трудное препятствие пройден. Нажимай на кнопку, я там ТП-шусь к тебе как-то.
Да иди дальше. Всё. О, чудо, это Хогвартс. Так, тут надо мочиться. С решением задачки. 2 на 2, 4. 16. Но. 2. Да. Тут 3, кажется, будет, или 4. 4. Да. Сколько получается? 2-4? 24. Сейчас, подожди. Ты давай по хардкору, я пока тут пройдусь. Черт, чувак, походу этот телевизор был не тот. Надеюсь, мне ничего не будет, делает. А, тебе плохо. Чувак, спаси меня, чувак. Меня незаслуженно посадили в эту клетку, я ничего не сделал. Мне еще пролагало все. Ничего не сделал, тебя там с одного удара, наверное, убивают. Да я не знаю, залагал, я сейчас призайду. У меня постоянно то ли лагает, то взрывается что-то. Взрывы опасно. Да, у меня, короче, комп горит уже. Я просто 9 копий Крайзиса 3 сейчас запустил на нем. Ну и вот. Вот поэтому мне все лагает. Крайзиса 3. Да, 9 на максимально на ультра, короче, запустил Крайзис 3. Ну и вот, и он уже весь полыхает. Ладно. Так, ну ты пока там работай, черный раб. Я тебя так буду называть. Ты будешь черным. Ладно? Я не черный. Ладно, тогда я белый. Саша белый. Что этот труп делает-то? Это мой? Какой труп тут нет? Че он? А это что? А, ты, наверное, не видишь. Это меня только видно. Так. Я не знаю пока. Ты да, расставляй, давай, я лентяй на самом так, деле, я не буду помогать. Что? Это 2, это 4. Не, 42 тут. Ну, 42, да, вообще-то. Давай, последний раз. Пошли, пошли. Да, 42. О, все, отлично. Нет. Я первый. Нет. Вот убыт. Не, я... До свидания. А можно вот так делать? Ой, чуть-чуть. Короче, чуть-чуть, и меня бы расплющило на две части, я бы был двуликий. Седьмая. И тут нужно прыгать, опять же. Паркуром. Вот это я люблю. Хоть я и не трейсер, но ладно. Напоминает, как из Порталов. Нет, ты Mirror's Edge не играл? Mirror's Edge? Да. Буду как бешеный бегать по комнате. Офигеть. То есть по лифту. Давно уже не играли. Ты... Господи, этот никнейм полностью оправдывает. Рак, ну там рак написано, правда. Ладно, рак будем считать. Рак с Гарены. Да, рак с Гарены. Жесть, ну просто это надо быть таким криворуким, чтобы так играть. Даже чувак, который... Черт, чуть ли не упал. Который ни разу не играл, и то, мне кажется, бы лучше пропрыгал, стрейсерил, или как это вообще называется. О, смотри, я же везунчик. Я наверх, главное, прыгай, я запомнил эту фишку, походу, со времен 2007 года. Ладно. Это не 2007. Это 3000. Это... Да, это 3000 год, на самом деле, потому что тут все покрыто железом, и ты прыгаешь первый. А я втор... Ну, ты меня бросаешь, да? В каком смысле? Ублюд. Ну, Властелин колец. Фродо, бросай кольцо, или как там было. Жесть, ты бы видел, ты сейчас, короче, как гопник поднимался на эту лестницу. Это жесть, как... Без анимации. Со стороны смотрится. А ну-ка. Ну, было бы нелепо, если, конечно, не попал бы в лестницу, а мимо пролетел. Да, черт возьми. Жесть, как ты поднимаешься. Да я вообще не поднимаюсь, мне кажется, я просто пьяный, не умею подниматься, и ну, так, либо это у меня лагает, а нет, у меня не лагает. Да все норм, лаги это... Это норм.
Я уже смирился с этим. Ну, ты чё там, как черепаха? Давай по хардкору все делай. Как я. Ну, практически. Еще знаешь, короче... Стой. Я, короче, знаешь что? Вот когда я летел вниз, я, короче, понял то, что мне все равно не спастись, и я сразу вспомнил песню о Билли Акинфляй. Ну и вот, и я хотел, чтобы ты напел. Так, короче, чувак, напевай эту песню, я сейчас падать буду. Ладно. Сейчас, попытка номер два, дубль два. Но это по-любому. Подожди. Ладно, сосредоточились. Окей, стой. Прыгаем. Я полетел. Не, ну предыдущий раз ты так, блин, полетел. Ну я вообще мимо куда-то улетел. Все, продолжаем дальше. Окей, давай, давай продолжаем дальше. Стой, ну да ладно, все, ты говоришь. Да, что, я прыгаю, или ты? Да, нет, да, я последний раз, дай мне последний шанс, я оправдываю себя и... в общем, это минута славы, ну, понял. Чё ты махаешь головой, как гангстер? Ладно. Короче, я прыгаю. Я прыгаю, это... Ладно, сейчас разгон наберу. Главное не упасть, главное не упасть! Ну, ладно, это моя судьба. Ладно, короче, ты сейчас... я возражусь, и ты прыгай. Хорошо. Только не как я. Если прыгать, то красиво. Я так думаю. У тебя красиво получалось тогда. Да, у меня все красиво получалось. Раз, два, три. Жесть. Там, не знаю, 1000 трупов уже лежит. Я не знаю, сколько. Тысячи, мы только первые уже. Ну, я переувеличил на много очень. Ты меня чуть не стал. Ну ладно, типа. Так, все, я прыгаю, все это. Давай уже. Ладно, четвертая попытка, дубль 4. Камера. Мотор. Ладно. Мотор, съемка начали. Нет, надо разгон, короче, с левой части. Ты на левую перейди часть, а я с правой. Я понял, короче, тут надо как профессионалы. Как джамп-прыжки. Вот так. Ну, практически. Ну, практически я долетел. Ну, что, бывает. Бывает. Все, давай моя пятая попытка, и ты тогда прыгаешь сколько хочешь, наверное. Мне кажется, самое сложное испытание — это прыгнуть вон до туда. Да ладно! Я это сделал! А ну-ка, моя очередь сейчас. Жесть, давай. Прыгай. Жесть, ты полетел мимо. Ты видел, как ты отскочил куда? Жесть. А ну мы просто давно не играли. Ну как давно? Я уже не помню, год мы не играли, год наверное. Назад играли мы в это. Да. Ладно, давай, чё, твоя очередь. Так, я прыгаю. Ну тут уже легко, но тут ясен пень, что легко будет. Ясен пень, да. Прыгай. Ясен шмень. Не... Так, давай ты первый пройдешь. А нет, я первый. Жесть. Я первый. Нет, Андрей, стой. Ты сейчас упадешь. Стой. Стой на месте. Ты ублюдок. Зачем ты это сделал? Жесть. Нормально. Да, все нормально. Я 7 раз сдох уже. Все, это норма. Стой, нет. Погнали. Так, это пар. Полетели. Ну, практически. Практически. Так, я залетел. А, все, так, я прыгнул. Чё-то не уверен в себе. В смысле не уверен в себе? Прыгай давай. А я по хардкору. Да блин! Мне никогда не удавалось там прыгнуть, ты понимаешь? Сколько я тебе не говорил, что не надо прыгать, я все равно туда прыгаю. Конечно, расстояние. Ты что делаешь? Расстояние, конечно, хорошее, но как нельзя было допрыгнуть. Да. Там потому что перилы и так далее. Блин.
Что такое? Ты куда... Андрей, ты куда улетел? Вниз. Жди меня. А чё-то? В смысле, жди тебя? Я чё-то разогнался и присядку не сделал. Присядку? Присядку. О, привет. Здрасте. Здрасте, давно не было. Жесть. Ладно, все, теперь ты прыгай на полном серьезе. Это последнее испытание. Надо быть серьезным. Да, особенно как. Серьезный? Я нет, я не серьезный. Ну, прыгаем. Прыгай. Ну я. Зато я лег. Башкой ударился. Я лег. Я отдыхаю там. Все. Смотри количество, то есть соотношение у меня твоих смертей и моих смертей. Все, я первый, я первый. Да. Я первый, не догонишь. Так, ты на какой ранг прошел? На C. Я тоже. Мне надо вообще было дать F или D, я не знаю, какой там у них самый низший. Ладно. Окей.